вроде тут есть вот кафе где-то и суши рядом. Как снова понятно, что все хотят бизнес делать. Получается, способствует тому, что как бы люди, которые пьют, будут распивать цветные напитки, где не надо. И такие люди, конечно, они, Саша, осторожнее, могут и позволить себе какой-то там мат, еще такое поведение, которое, конечно, не хочется приводить к поведению. А может быть, если какое-то будет заведение более благоприлично, чтобы там, может быть, я и не против, если просто какое-то кафе.